Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Вопрос такой у нас сегодня. Если человек хочет, приехав в Соединенные Штаты, выучиться на там тестировщика программного обеспечения, то правильно ли ему сначала приехать куда-то там, ну, подальше от Кремниевой долины, подальше от Портнов Computer School, пройти там какую-то первоначальную адаптацию и потом уже вот там сюда приезжать и учиться, либо приехать сразу сюда, работать и прямо тут работать. И, соответственно, значит, потихонечку там начинать учиться и так далее. Я хочу сказать, что вопрос этот при кажущейся простоте возникает у меня самого по нескольку раз ежедневно, потому что все время звонят люди в скайпе, в основном это происходит, и мы пытаемся сделать какой-то план для них, оптимизировать, исходя из возраста, знания языка, наличия родственников, знакомых, которые могут первое время, значит, там помочь им встать на ноги, финансы, профессия, там, я не знаю, ну, миллион всего. И тут получается такая штука. Если человек в состоянии работать, ну реально, имеется в виду, что он может приехать и, допустим, там какую-то работу выполнять, это не важно. Может быть, на стройке, может быть, там, я не знаю, водителем, в секьюрити какой-нибудь там и так далее. То есть он там свои $12-15 может заработать. Плюс жена у него те же там $12-15 может заработать. То есть они худо-бедно могут жить здесь. Это не значит, что они должны сразу идти куда-то там учиться. Нет. Но во всяком случае они находятся на местности, они тут осваиваются, они проходят такую, значит, социальную адаптацию. Это все неплохо. И если степень их неготовности относительно небольшая, еще раз, неготовность незначительная, то есть им надо чуток, и тогда, глядишь, там вот они могут полгодика вот так пожить, поработать, английский так более-менее как-то устаканится и туда-сюда, и он через полгода может прийти учиться. Я могу сказать, ну, приезжай сюда. Здесь, конечно, дорогое жилье, но здесь и зарплаты выше. То есть, даже, не знаю, ну, как-то компенсируется. Теперь, если человек, ну, допустим, совсем без языка, ну, совсем, ну, так а что же ему к нам-то? Это он не быстро освоится. Поэтому он дальше говорит себе, ну, хорошо, поскольку спешки нет такой, чтобы через полгода что-то начинать, а, допустим, у меня перспектива временная, ну, скажем, пару лет, да? Пару лет, можно быть абсолютно где угодно. Если ты знаешь, что ты дальше делаешь, это уже не так важно, где ты находишься эту пару лет. Но существенно, чтобы была работа. Существенно, чтобы была англоязычная среда доступна. Чтобы все-таки язык совершенствовался. И, ну, что еще сказать. Чтобы человек мог как бы выйти на какой-то уровень самообеспечения. Очень неплохо. И, скорее всего, именно так и получится. Если это будет какой-то существенный мегаполис, в котором много работы для тех, кто тестирует программное обеспечение. Это, я не знаю, Чикаго, Денвер в Колорадо, Сиэтл, это Нью-Джерси, Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, я не знаю, это Майами, Орландо. То есть вот такие места. Соответственно, живя там и работая там, он на самом деле через пару лет может и без того, чтобы к нам приезжать, там взять за $1000. В конце концов, $1000 это не 4. И я больше скажу, 4 он не отделается, если он поедет к нам. Потому что ему надо будет снимать жилье. Ему надо более дорогое, чем он снимает там у себя дома. А то еще на 2 дома жить. Значит, семья там, он пока поехал учиться. Значит, ему надо будет снимать жилье. Он фактически будет не работать, учиться full-time, скорее всего, так получится. И, то есть, помимо там 4000, которые стоит учиться, это может еще там ему десятка легко нагореть, а то и больше, на все остальные дела. Поэтому я бы не сказал, что это как бы совершенно идеальный вариант. Значит, поэтому, если он живет там где-то, вот сегодня у меня
Совершенно очаровательная девушка была из Майами. И вот мы с ней разговаривали, она работает. Ну, она, может быть, не безумно много зарабатывает, но зарабатывает, но хочет как-то поменять что-то в жизни. И я ей объяснил, что вот я с ней разговариваю, тоже я пытаюсь оптимизировать. А она как бы стремилась приехать, потому что она знакома с нашей выпускницей, которая здесь у нас училась в Кремниевой долине, потом вернулась туда. И они знакомы, и она тоже хотела повторить ее путь. И я ей говорю, послушай, ну а зачем тебе? Ну правда, если тебе нужна работа, ну так у тебя будет работа, и там ты всегда можешь приехать к нам после онлайнового курса, заплатить разницу в цене, если придет к этому. И мы тебя отправим на практику там, месяц, ну, может быть, 2-3 недельки обычно на месте мы там человека полируем, к интервью готовим там и так далее. И он потом пока ходит на практику, тоже считай там 2-3 месяца, он эти 2-3 месяца вечерами добирает более серьезные курсы, которые у нас есть, уже на кемпусе. То есть он не просто заплатил за то, что его куда-то устроили, а он продолжает набирать, продолжает брать класс. И тогда так работает. То есть оптимизация, в общем-то, достаточно индивидуальна. Достаточно индивидуальна. Вот какой расклад? Но я хочу сказать, можно же ее в онлайне учиться. Можно учиться дома. Вот ты знаешь, что ты собираешься ехать. Ну так возьми. Вот у нас висит, наш курс висит на русском языке. Пожалуйста, пройди курс. А кроме нас есть там еще люди учат. Я знаю, там вот и в Украине, и в России, и ну где хочешь. Там есть невероятное количество видео на YouTube на английском языке. Там, пожалуйста, можно там учиться. Я сейчас думаю, где там еще. Ну, наверное, еще есть. Я не то чтобы я там сильно увлекался поиском там платных или бесплатных онлайн-курсов по этому делу. Но если хочется именно наш онлайн-курс, ну, пожалуйста, вот, ну, возьми наш онлайн-курс. Он стоит там $1000. Значит, возьми его за год до того, как ты приехал. И его можно повторять за те же деньги, там больше не возьмут. Его можно повторять столько раз, сколько он идет. Ты получаешь доступ к библиотеке там записей наших, которые мы на кемпусе делаем, и предыдущие онлайн-классы, и проекты. Там хорошо так часов за 200. Можешь слушать миллион раз, и можешь в класс ходить сколько хочешь раз. Если ты, допустим, за этот год, пока ты еще не приехал, ты прослушал живьем этот курс, прослушал 3 раза, да еще эти видео наслушался, да еще проектов наделался, да еще там этих тест-кейсов описался ими. Я уже тогда не знаю, так ну делай что-то, но это же, понимаете, совершенно не обязательно подставить себя под экстрим какой-то, связанный с денежными какими-то проблемами и с, как сказать, когда ты вот приехал сюда, и ты не знаешь, как скоро ты работу найдешь, когда начнешь зарабатывать, сколько начнешь зарабатывать, а каждый месяц денежка капает. Каждый месяц 2000 за рент, раз 2000 за рент, раз 2000 за рент, раз 2000 за рент, а еще покушать. Ну, это если не один человек, допустим, там семья. А еще покушать. Значит, раз 3000 в месяц, раз 3000 в месяц, раз 3000 в месяц. А зачем это все? А у него еще и английский там не очень, да, а он так рвался, он так себе намечтал. Ему казалось, что его сейчас за руку отведут. Понимаете? А чтобы за руку отвести, это надо же дорасти до этого уровня, чтобы за руку-то. Это же не каждого можно за руку. Поэтому в практическом плане я хочу сказать, что есть много элементов, которые можно скомбинировать. Понимаете? Их можно скомбинировать, и это будет дешевле, и это будет надежнее. И это будет гораздо меньше стресса, потому что вот, представляете, какая нагрузка на мозги, на сознание, на нервную систему, когда вот каждый месяц, да, раз нету 3000, раз нету 3000, раз нету 3000, а что впереди, а я не знаю, а тут тест не сдал, а там опять не сдал, а здесь не понимаешь, что преподаватель говорит, а здесь пошел, там нужно опять интервью сходил, где тебя никуда не берут, а это же все реальные вещи, это же я не то что нагнетаю. Отнюдь я вовсе не нагнетаю. И я хочу сказать, что люди, даже если он к нам приехал, вот посмотрите на наш full-time класс. У нас в full-time классе, ну, допустим, там, грубо, там 30 человек. Эти 30 человек, из них таких, что с самолета прямо к нам,
В смысле, вот по лотерее там или как-то. Ну, я не знаю, ну, может быть, трое. Ну, вряд ли больше. А может, и троих нет. А так, это ребята, которые уже пожили несколько лет в стране. Либо они приехали там по work and travel и получали политическое убежище. Они уже там по 3-4 года работают, и они... Язык прекрасный. Абсолютно социализированы. Пользователи хорошие всего на свете. Понимаете? Поэтому это один разговор. А другое дело, человек с самолета, и он тут не понимает, там он сказать не может. Здесь он пишет так, что понять нельзя, что он, собственно, написал. И какими буквами, что у него русские с английскими путаются. Поэтому наш успешный студент, надежный, уверенный, боевой, ударный студент, это не тот, кто с самолета сошел, а тот, кто уже в стране несколько лет побыл. Он адаптирован, он понимает цену деньгам, он понимает цену того, что ему дают за эти деньги. Понимаете? И он понимает, что там на каждый доллар, что он заплатил, ему на десятку дали. Если бы он в другом месте захотел такое купить, если оно вообще продается. Понимаете? И вот это создает такую как бы критическую массу прорывную, когда раз и со свистом и пошел. Я вот сейчас уезжаю, из офиса выехал, а там у нас паренек есть. Из Нью-Йорка приехал, вот как раз full-time группа, она еще не закончилась, им там учиться. Как раз я в четверг у них буду вести занятия по поиску работы. А он уезжает в Нью-Йорк, и если вы... Он из Нью-Йорка. Если вы помните, у нас был Миша, такой интересный парень, который приехал из Нью-Йорка учиться, и у него свой канал есть, он там про школу английского языка рассказывал. Он работал в школе английского языка в Нью-Йорке. Такой... героический парень. И вот Миша его к себе взял, значит, там на должность интерна. То есть он свой интерншип пройдет вот в той компании, которая в Нью-Йорке. И там как бы есть хороший шанс, что его там оставят. Но к чему я рассказываю? Но он интервью прошел. Их там было человек 4 или 5 на эту позицию. То есть желающие были. Но пройти же надо интервью. Поэтому, что я хочу сказать, что не надо рисовать себе каких-то схем умозрительных, а надо смотреть на жизнь. И жизнь сама по себе достаточно интересна и поучительна. И если учиться на чужих ошибках, а не на своих, то эта жизнь становится гораздо более приятной. Вот, поэтому, начинать. Но это же я. Я-то могу и без английского, я-то могу и, там, допустим, не очень понимая, там, что за предмет, и без бэкграунда, и там, без машины, и без компьютера, там, и еще без чего-то. Да. Было время, когда мы только начинали, приходили люди учиться и говорили, а можно учиться, но чтобы дома не было компьютера. Вот просто так, как-то так учиться, но не покупать компьютер. Я говорю, нет, так нельзя, надо иметь компьютер. Они говорят, правда, вот жаль. Я их тогда уже не в самом начале, а попозже, году в 98-м, 99-м, я их заставлял завести имейл. У них не было имейла ни у кого. Я их заставлял завести имейл. Я говорил, ребята, без имейла сейчас нельзя искать работу. Вот это 98-й, 99-й, так как бы уже без имейла и не человек. Вот. Возвращаясь к вопросу, что правильнее, значит, приехать и тут... значит, работать и потом потихонечку начинать учиться. Значит, либо где-то там издалека. Зависит. Понимаете? Вот я всю эту историю вам рассказываю, чтобы было понятно, что ответа общего, такого универсального, нету. А абсолютно все зависит от того, кто вы, что вы, какие есть обстоятельства, что перевешивает в какую сторону и так далее. Понимаете, значит, к сожалению, ответа такого прямого нет. Поэтому, когда я начал с того, что мы ежедневно там несколько разговоров ведем с людьми разными, которые спрашивают, вот как быть в моей ситуации, что лучше тут, что лучше там, соответственно, я начинаю взвешивать, и в соответствии с моим пониманием того, допустим, что реально, что нереально, я им объясняю, как бы я советовал поступить.
Понимаете, потому что брать на себя ответственность за кого-то, у кого потом будет разочарование, и там он... Это же не только деньги, понимаете, это еще надежды, это человек как бы всю жизнь свою в это дело инвестирует, и вдруг у него отнять. Ладно деньги, но надежду отнять, шанс отнять, это... кто на себя такую ответственность возьмет, понимаете? Поэтому я им как бы советую, чтобы я сделал, но дальше они могут сами что-то себе там додумывать, придумывать. И плюс, все равно интервью надо пройти. Вот, как ни крути, но у нас есть входное такое интервью. Мы скоро добавим к нему технический компонент. То есть мы будем беседовать по языку, и мы будем беседовать по техническим дисциплинам. То есть мы кого-то возьмем, кроме меня, кто будет проводить формальное интервью там под протокол, там под все дела, чтобы не получалось, что как-то так вот персонал эти сильно влияет, чтобы более объективно были оценки. Почему это делается? Не чтобы кого-то отсеять, чтобы, если уже мы его берем, чтобы, ну, оградить людей, которые могут как бы потерять что-то на этом деле, да, значит, неуспешными быть, а вот их оградить, защитить, чтобы они не оказались в такой ситуации. Вот такой будет ответ. Счастливо, ребят!